Всем день добрый. Снимаю тут в легком бардаке. Снимаю на мобильник тут. В общем, некогда карту купить. Вот так вот, дожил. Доехать до магазина и купить карту. Но это дело не в этом. Хочу поделиться мыслями сначала. Мыслями такими, что вот сейчас сижу, делаю из древесины, к примеру. Вот, напилил вот таких вот заготовок, там то все, но из эбена нифига с не вышло. Минус 4000. Это только по эбену. И плюс по материалам, по инструменту, минус еще 3200, по-моему, считал. 7200. Просто в никуда. И так что-то подумал. Вот думаю... А может, хватит из дерева делать, да? То есть, ну, сделал я из дерева, ну, здорово, все довольны, все счастливы. Вот, например, я смотрел недавно, например, обзор, может, вы тоже видели, там, на канале «Брить или не брить», как оправу переделали на пластиковую. Но там причина была другая, там оправа была более широкой, чем вообще бы это желательно было быть. И там, да, причина та именно. Там, не помню даже, может, кость была, древесина была, неважно. Там просто вот нужны были такие вот красивые узкие оправа. Я что так сейчас вот пилю эти деревяшки, пилю. Вылизываю каждую, тут прям цапочку найду, что-то где-то прям выкорячиваюсь. Потом это у меня где-то ломается, не получается. И я все это выбрасываю. То есть десятки тысяч летят каждый рабочий день. Ну, вот когда с оправами работаю. Я подумал... А почему бы и мне не упереться и не найти интересный красивый пластик и фигачить себе из него? Так что вот. Я, конечно, полностью древесины явно не откажусь, потому что она мне самому нравится. Но поубавиться бритв из древесины, это точно. Вот точно просто. Хочется как-то это... Я смотрю просто, у меня даже на сайте, к примеру, уже ассортимент настолько кислый, что... Ну, как бы хотелось бы добавить туда еще десятков пять шикарных бритв, но вот на этом всем, вот этом вот, на таких вот оправах я зависаю, и у меня все тормозится. Вот, ну и поэтому я порешил, что буду делать основную часть из пластика. Это ладно. Ну, заточка тут еще завис, конечно, тут, ну, вы знаете, вот, да, заточка мне тоже отнимает гору времени, но и я от нее не откажусь. Потому что многие хотели бы видеть бритву, заточенную от мастера. Да, слово такое, да. Вот, сам вздрогнул. И да мало ли, вот даже друзьям своим заточить, даже себе свою бритву заточить, и то уже надо, как бы, чтобы все это было всегда на мази. Поэтому я не жалуюсь, не подумайте, я просто мысли вслух. Итак, что у нас получилось? Это вот такие вот, как же его, корень туи. Туи такая еловая, как бы такая, как бы не знаю, древесина, как правильно назвать, как кипарис, что-то такое вот. Это ее корень. Ну так, прочная, симпатевая. Ладно, вторая из того же материала, но они никогда не совпадут, например, по рисункам, сами видите. Древесина, как и дамасская сталь, никогда не повторяется. Вот, такие вот оправки будут. Но они вот узкие, да? Вот смотрите сами. То есть я сейчас широкие не произвожу. Как тут правильно показать-то? Сейчас срежусь. Вот так вот где-то. Вот на таком вот клине. Не факт, что они мне еще выйдут, если так честно сказать. Вообще даже не надеюсь. Это вот эбен. Да, еще древесина. На ней я вообще в этот раз угорел конкретно. Жаскучая, блин, я не знаю. Но, если вот, допустим, я сказал бы вам, это пластик, и вы поверили, не так ли? Ну, я так никогда не скажу, я никогда не обману вас. Вон, видите, там какие-то рисочки, это структура древесины. Вон, это не царапки. Я сначала на них тер, думаю, да что ж такое-то, никак не вытру.
А это структура. Ну, да, извлека. А? Чем не пластик? Акрил. А это эбен. Вот как хотите. То есть, у меня по плану еще вот такие вот деньги тут у меня. Вот эти вот клинышки. Хочу сделать еще вогнутых бритв. Вот. Ну, как бы все дело висит. Висит потому, что я просто зависаю. Вот то ремонтирую инструмент, то покупаю инструмент, то покупаю древесину, то есть не колупаюсь, ее делаю, переделываю. Эти вот еще не обточены, сейчас займусь. Ну, как бы вот. Это как бы планы на будущее. Вот, это, ну, может, кто-то подумает, как мне раньше говорили, там, вот что-то там жалуешься, там. Да я не жалуюсь. Я просто вот какие мысли пришли у меня в голову, такие вам и рассказываю. Ничего более. Совершенно вот прям ничего более. У меня там заготовок навалом еще лежит, конечно, всяких разных. Я не посмотрел, там вот 8. Ну, основная часть из У8 все лежат. Бритвки разные. Ну, думаю, может, еще заведу из Дамаска. Мою, в принципе, одну, как бы, одну из любимых моделек. Тут, я не знаю, такой тут нету. Вот типа вот такого лезвия. Под рукой даже ничего не валяется, представляете? Даже интересно. Все, вспомнил. Они у меня на вырезке. Эти бритвки, которые я вам. Про модельку, которую говорил. Вот. Ну я просто это, как бы вот загнался. Я вчера вот видео вот Игорю в Нефтеюганск отправлял со своим фейсом, с участием своего фейса. А потом как-то так взял и сам посмотрел на это видео. Если честно, я был в ужасе. Я выгляжу какой-то, как зачуханный старик, загнанный какой-то. И поэтому я понял, да, что надо подходить к этому проще. Я раньше, в принципе, так и делал. Поэтому немного вернусь в прошлое, как говорится, вспомним историю, корни. Ну и сказать, что не повлияло на меня видео с канала «Брить или не брить», ничего не сказать, конечно, повлияло. Там не то, что там, да, там нахваливали мою работу. Но нахваливали ее не просто, как бы. Это было чисто от сердца, от души, то есть как есть. Непредвзято. Там не было ничего такого, что прям за чего я мог бы зацепиться, сказать, да, это неправда, тут преувеличено, тут не так, как на самом деле. Нет, там все так. Вот именно все четко так, как оно есть на самом деле. И поэтому на меня, естественно, тоже повлияло это видео. Я вот в совокупности своими мыслями, с мыслями со стороны, сделал такие выводы. Я почему вам сейчас снимаю это видео? Я уже вам обещал уже показать только готовый продукт. А сам опять за старое, да? Поговорить не с кем, мол. Ну, и это тоже. Но, в принципе, я хочу сказать, что скорость не ждите. Я просто реально зарылся. Мне сейчас вот нужно пока все бросить, хотя бы сделать вот эти бритвы, потом налаживать оборудование. В общем, ну, калители, я не знаю. В последнее время вообще какие-то хлопоты мелкие какие-то. Ну, то есть, хлопоты такие, на которые уходит день за днем, а работа сама, в принципе, вот готовые какие-то изделия не продвигаются вообще никак. И поэтому вот так вот. Вау! Что я тут нашел, мужики? Обал! Я думал, у меня нет этой древесины. Смотрите сами. Это же королевский, как там его, Кингвуд. Обалдеть. Ну вот как тут не делать из древесины-то, да? Ну вот как тут не сделать? Ладно, я уже возрадовался. Ну вот как бы и все. Да, Игорь, обращаясь к Игорю из Нефтеюганска. Я рад, что тебе зашли мои бритвки с моей заточкой. Я очень этому рад. Я буду еще больше рад, когда они покажут себя вообще в полном расцвете сил, как бы, когда у тебя появятся вот ремешки. И, то есть,
шустрые заточки чистого бритья. Вот так вот. Да и вообще я, в принципе, рад, то, что мне уже меньше приходится стремиться по этому поводу. Бывало, отправлял, бывало, грешки есть такие. Отправлял на предфиниши, то есть сделанные бритвы. Насколько я их так быстро проворачивал, вот это все, вот, то есть раз-два сделал, раз-два сделал. И даже некогда было просто там вот посидеть и на финише ее выгладить как надо. И поэтому, да, есть такой грешок, было. А что скрывать-то? Вот. Ой, ладно. Че ж, поговорил. Заодно, как говорится, перекурил. И сейчас с новыми силами попытаюсь добить эти моменты. То есть вот это вот обточить. Потом разобрать. Изнутри их все опять шлифануть, полирнуть. Пробовать сборку делать там туда-сюда. Но то, что получится, я вообще не обещаю. Это точно. Ну, блин, извините еще раз, что я вкатываюсь своими видео в вашу жизнь. Может, вы совсем меня не ждали, то есть и желания не было смотреть, но знаю. Надо избавляться от этого, таких мыслей, а то войдет в привычку, да? И буду я вам тут вещать каждый день. Ладненько. Спасибо за внимание. В общем, ситуацию обрисовал, а то меня тут дергались, говорили, мол, когда, да не знаю когда, и вообще получится ли что. С клинами нет проблемы, это для меня металл, то есть это то, что мне нравится делать, вот это то, что мне не нравится. Поэтому и потому. Ну вот, это по этим оправам-то я вам говорил, что их обточу, вот обточил. Эти мои названия. Вот эти вот долики, которые я обещал сделать, они тактильно, очень так в руке уверенно сидят. Ну и вид не особо такой, не скучный, как бы интересный, ну и нестандартный, это вообще здорово. Вот, ну я раньше делал такие, давно, правда. А это этот Мербау, который вот жестче древесины, он реально жестче. Я вот эту вот сечку затюкался, честно сказать, затюкивать. Во, во, видать. Ну, затюкался. А еще серебро-то, оно мягкое. А древесина жесткая. Бух. А так бы, да, вот оно, смотрите, как, да? Ну, древесина, ну, нормально. Ну, как-то все монотонно. А так вот оно. Блин. Вот подумал сейчас как раз, думаю, вот с пластиком таких выкрутасов. Не это не выпендриваешься, как говорится, с такими штуками. Ладно. Что я говорил? Древесина... Вещь хорошая в производстве. Ба-ба-ба-бам. Вот тебе и жаскач. Он же и подвел. Вот еще минус. Вот. Поймите меня правильно, почему я хочу убавить работу именно с древесиной. Ну и вот это номер два. Это я прав тоже не будет, потому что то же самое. Сегодня просто, наверное, день кривой. Не знаю. Вот эту. С серебришком. Та-да-да-да. Вот так. Ну, клины еще тяжелые. Клины, конечно, что тут? Тут, наверное, к ним надо железные какие-нибудь дамасские оправы. И вот так далее. Еще не знаю, вот это выживет ли. И не знаю, вот это выживет ли. Все. Как бы так вот работаем. Ну, это нормально, это обычное дело.